Сейчас попробую записать видео с расходом при скорости 120 и более километров в час. Километров 40 хотя бы так попробую проехать. Темно, правда, стремновато. Но попробую. Не получится, значит, этого видео не будет в сети. Так, здесь сбросим на ноль, чтобы потом ясно было, сколько мы проехали. Так, там сейчас 5,4 расход, сбрасываем 0. Ну все, погнали. Набираем 120. Набирать плавненько 120, чтобы расход был поменьше, естественно. Плавно набираем и спокойно едем. Сейчас. 120. С такой скоростью ехать, блин, ну попробую. Чувствуется, как машина, ну, еще и в горочку сейчас идет, она надрывается, двигатель так ревет. Да, это не та скорость, которой хотелось бы в машине ездить. Ну вот, собственно говоря, старался ехать 120, бывало 110, отвлечешься там что-нибудь. На секундочку, скорость сразу, он быстро падает. Из рук операции, конечно. Машина долго не катится на одной скорости или рядом того. Значит, вот проехал я 42 там километра, 43. Сейчас посмотрим, какой расход. Расход при скорости 120 км в час по трассе составляет 8 литров. Вот, собственно, и все. Поэтому гораздо выгоднее ездить где-то 100, вот так, соточку ехать, 100-110. Двигатель не надрывается, да он сейчас как бы не надрывается, но ехать приятней. 100-110 ехать приятнее, вот лично мне приятнее, даже 90. Вот с такой вот скоростью едешь. Мне так больше нравится. Ну вот, собственно, все. Конец. Сейчас буду спать. Время уже 12 ночи. Блин, уже 12 часов за рулем езжу. Фу. Подписывайтесь на канал. Буду еще снимать что-либо о машине. Обзор сниму на нее. Летом, наверное. Поеду на море, на юг. Вот туда приеду и там где-нибудь сниму обзор о машине. Как раз длительное расстояние такое прокачусь, прочувствую. На 300 километров ездил, в принципе, нормально, вполне, даже не устал за рулем. Так, расход вырос у нас, 8,1. Вот, 120 мы едем. О, 8,2 уже, смотрите, ребята. Ну вот, если вот так держать, наверное, вот, не ускоряться, а держать в одной скорости, вот так, вот так, и вот в этой зеленой зоне держать стрелку, то я думаю, что расход не то что повысится, он снизится. Ладно, все, конец связи, подписывайтесь, будем снимать всякие интересные видюшки, пытаться для вас. По скриптум. Ну вот, все правильно, вот в зоне зеленой держу стрелку. Оно и упало до 8.0. В общем, в зеленой зоне держишь и нормально начинает двигатель работать. Вот видите, вот все аккуратненько, надо педалькой работать. Ладно, все, хватит на сегодня. Какая дорога. Красиво, но.